Полное описание и точные даты выхода 13 и 14 серии 2 сезона сериала «Паромщица. Долина мечты». 13 и 14 серии сериала выйдут в эфир 7 июня. В новых сериях мы увидим, как Надя, Егор и Костя узнают, что жалобу о нарушениях в «Долине мечты» написала некая Романова. Теперь им необходимо понять, кто эта женщина и каковы ее мотивы. Надя пытается также выяснить, кто та блондинка, которую она видела на пожаре. Подруга Нади, игуменья Катерина, собирает народ, чтобы не пустить в долину мечты строительную технику. Надя получает серьезные угрозы в свой адрес. Ее вынуждают срочно бежать из Излучинска вместе с бывшим мужем Львом и сыном. Если она откажется, жизнь Кости окажется в опасности. Цимбаларий узнает, что Надя уволилась. Беглецам удается получить новые паспорта. 13 и 14 серии сериала выйдут в эфир 7 июня. Если вам нравится сериал, не ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.